Елена Татьяна, я представляю компанию Гадролайн. К нам не так давно обратилась компания ООО «Конструктив». Занимается строительством жилых и нежилых зданий. Команда «Конструктив» — это высококлассные специалисты, конструкторы, проектировщики, инженеры и юристы, которые воплотят в жизнь любые строительные идеи клиентам. Важным моментом деятельности компании выступают отношения с заказчиком. Доработки программного продукта 1С бухгалтерия 8, базовая версия, коснулись взаимодействия с контрагентами и управления денежными операциями. Это продажи зданий и отдельных объектов, аренда недвижимости и земельных участков. Произвести модернизацию системы управления бизнесом взялась наша компания ООО «Кадрлайн». Разработчик подготовил эффективные решения автоматизации бизнес-процессов согласно специфике нашей деятельности. Опишу результаты доработок функционала 1С бухгалтерия 8, базовая версия. Действующие проекты ООО «Конструктив» структурировали и вынесли в разные разделы: договоры по стоимости объекта и масштабности строительных работ. Менеджерам стало проще ориентироваться в проектах и вести документацию, контролировать производительные процессы и денежные операции. Контрагентов сохранили в клиентской базе и заполнили детальную информацию, подвязали данные для использования в операциях. Сотрудники, ведущие переговоры с клиентами, могут быстро найти нужные контактные данные и подготовить и переслать важную корреспонденцию. Торговые отношения компании перенесли в среду 1С без задействования сторонних приложений, синхронизировали денежные операции в разделах системы. Торговые операции происходят через ККТ, онлайн и банковские структуры. Также автоматизировали программный контроль за выполнением денежных обязательств аренды по договорам. Компания осталась благодарна нашей команде Кадрлайн за качественные изменения работы с программой 1С бухгалтерия 8, базовая версия. Руководство ООО «Конструктив» рекомендует разработчика для сотрудничества.